Короче, сынок, я пошел за молоком. Хорошо, пап, только возвращайся быстрее. Хорошо. Так, а как открыть дверь? Короче, я вот так ее открою. Имею право. Ай, во! Готово. Только голова болит, но я же в шляпе. Хорошо. Что будет? Так, вот он магазинчик. У нас сегодня его построили. Так. Блин. А эта дверь прочная. Ай. Ё-моё. Так. Вроде вылечился. Ой. Так. Во. Ой, как раз я рано пришел. Ну ладно, подожду. Здравствуйте, вам что-то надо? Да, дайте, пожалуйста, одно молоко. Извините, у нас пока ничего нет. Ну, жаль. Ладно, я поехал в Китай. Подожди, чего? Серьезно? Да. А ты что думал? Так, сколько еще лететь? Я уже задолбался. Здравствуйте, а вы знаете, где магазин? Number five. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片. Number four. Number five. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片. Что-то вы какие-то психанутые. Вот он. Вот он, этот магазин. Из Китая. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Так, он заброшенный? Ну, там есть кто-то. Здравствуйте, можно, пожалуйста, одну пачку молока? Number... А, что? Короче, я вам... Дайте мне молочко. Короче... Вы поняли? Будь ваши молочки. Хорошо, спасибо. 200 рублей, да, что так много? Бесит это теперь меня ведь. Сынок, я вернулся с молоком. А где молоко? А я не знаю. Сынок, ты что ли выпил молоко? Да, пап, я выпил. Почему? Оно выглядело очень вкусно. Не бей меня. А знаешь что, сынок? Ты труп. Ой, я что-то себя плохо чувствую. Ё-моё. Звони в кладбище. А! Ё-моё, в туалет хочу. А, стоп, я же скелет.